Сегодня на своем канале о сухоцветах и не только я хочу вам показать свою теплицу. Вот она у нас уже стоит 10 лет, длинная, 12 метров, сделана из поликарбоната, довольно-таки прочная, служит нам очень хорошо уже все эти годы. Единственная проблема, которая возникла 8 и 9 лет тому назад, был очень сильный град. Вот такие были пробиты дырки. Вся поверхность, все. Все в дырках. Но этот верхний слой был только поражен, и мы не сильно-то обращали на это внимание. Используем мы ее больше для сухоцветов и для рассады весной. В ней ничего мы не выращиваем, поэтому, в принципе, нас это все не очень беспокоило. И вот так она выглядит изнутри. Видите, насколько понизилась светопроницаемость. Вот все дело в том, что в эти отверстия стала попадать пыль, грязь. Вот так она тут и оставалась. Годами это все накопилось. И вот такое вот получилось. Она, конечно, уже в некоторых местах начала растрескиваться. И вот, чтобы немножечко еще продлить ее срок службы, мы решили накрыть полиэтиленом. Ну и в результате вот получилось вот так. Накрыли мы все это трехметровым полиэтиленом. Правда, я купила тонкий, пожадничала, не стала дорогой покупать толстый. Вот все это зафиксировалось вокруг по периметру скотчем. Еще поперечины скотчем мы пустили. И пустили мы вот такие вот шпагаты через 2 метра. Они как бы тоже будут немножечко прижимать этот полиэтилен к самой теплице. Полиэтилен мы пустили по поверхности, а вот бока, видите, они тоже сильно у нас побиты, особенно с западной стороны. Я решила все заскочировать. Конечно, это получится немножечко дороже, но зато надежнее и во всяком случае надолго. Ну, в общем, вот так вот мы сделали. Конечно, когда град побил, надо было сразу так делать. Тогда бы теплица у нас не потеряла свою светопроницаемость. Ну, я советую, если вдруг у кого-то такая проблема возникла, подумайте, чем это может в результате закончиться, и, может быть, стоит какие-то меры профилактики провести заранее. Ну вот, друзья, только накрыла сегодня теплицу полиэтиленом и пошел град. Посмотрите, какой. Боже мой, да что же это делается? Да 1,5 сантиметра в диаметре, ну я не знаю. Это кошмар какой-то. Ну, не знаю, как выдержит моя теплица в этот раз. Ну вот, наступил вечер, дождь перестал, град перестал, все обошлось, ничего не порвано нигде, ни дырок не появилось никаких. Ну, к счастью, не было сильного шквального ветра, и град был довольно-таки рыхлый, неплотный. Но, тем не менее, полиэтилен наш все выдержал. Так что первое испытание мы прошли. Как будет дальше, посмотрим. Ну, а я с вами прощаюсь. Показала вам сегодня все, что хотела, и то, чего даже не планировала. До свидания. Всего вам хорошего.